ресторан, узнают о вас на чином месте красным, красным квадратиком. Азербайджанский ресторан. Известный вам счет. Мы не нарушаем. Этаж. Расскую комиссию отвернули. Работает, будет разность готова. Ну, по ресторану. Нет, нам нравится, что там горит. Хотел показать вот эту свадьбу, вот эту вариант, который только что принес. Ну, главное, это вечное дело, вечное дело. Здесь, если... Значит, вы там очень много глупостей вы наделали. Это прямо недалеко Кремля. Значит, что, вот внизу школа там как раз не будет. Ну, здесь по всем городам. Значит, низкие этажи. Вообще, в центре не будет больше строить ничего сложного. Это такую громадину надо ставить еще. Ну, здесь хорошо. Вы главный архитектор нашей страны. Вы самый консервативный человек должны быть. Мы должны вас уговаривать со всех сторон, чтобы что-то такое проявилось. Вот то, что торчит, это изобилие такой красавицы. Вот эти наши вещи. Каждый день я смотрю в окно, и это угрызение совести у меня появляется. Из двух жилых домов и офисного здания по улице 25 лет. Это вообще как Кремля, да? Вот это. Да. По этому объекту у нас не было замечаний, мы здесь пошли регламентом совета. Да, да. И так мы не превышаем, ничего не превышаем. Я же скажу. Ставьте еще посмотрим, чтобы... Хорошо. Да. Это Кировский район, недалеко от улицы Гладилова, недалеко от... Здание сервиса для различных бытовых служб в Кировском районе. Отделка какая внешний вид? Ну, отделка высококачественная штукатурка. Здание на улице Клара Цеткин. В принципе, он архитектурно какой-то непонятный. Мы сами не можем объяснить, мы его уже рассматривали, наверное, раз 50. Нет, и объемные показатели. Это был самый удачный из того, что будет. Самый удачный. Может быть, из неудачных, более удачные здесь. Нет? Так, ну здесь это полет мысли. Так, следующий индивидуальный жилой дом тоже, и это дом, который находится на улице Черкина.